Операцион Хос Харвест КМС. ТРОП Хос Харвест АВ2 или операция Хос Харвест от Тревора сервер клан ХМС, сервер Хардмапс. Операция Тайфун. Миссия под АВ2 проходит. Ну это, короче говоря, известная учебная карта, которая, кстати, в трех вариантах существует, насколько я помню. Просто что я под АВ2 ее играю. Оказывается, эту карту Урожай призраков, она называется Хос Харвест. Оказывается, эту карту создал Тревор, поэтому ее тоже выложили на ихнем сайте. На сайте Hardmaps. Ну, короче говоря, эта карта такая вполне простая. Но тоже там, конечно, придется немного постараться. Но такая вполне простая. Используется карта Лабиринт островов. Или Лесной лабиринт. То есть, короче говоря, параллельные протоки с большими островами и множество мелких. Ну, в данном случае будет только вот эта часть задействована. Хотя, разумеется, по всем протокам можно плавать. Вот так вот можно оплывать на лодках. Короче говоря, здесь находится база Зулу. Надо последовательно деревни, три деревни очистить. Точнее, даже четыре деревни. Вот это как бы раз, два, три, четыре. Четыре деревни. Ну, это как бы три, точнее, вот это три деревни, а это поселок. Короче, тут они названы так по-местному, по-индонезийски. Здесь там подписи нет, пока я не вижу. Ну, короче говоря, здесь деревня Писанг находится. Здесь Бахахса за мостом. Здесь Скалы Рок. Здесь это... В общем, короче, Писанг, Бахахса, Коклад. Тут три моста. И еще мосты идут. А здесь через мост поселок Селамат в конце. Ну, красные цели различные надо, как обычно, уничтожать. Такая вот вещь. Так, это вот база Зулу. Ангары можно брать, машины. Баги вроде этого там можно брать. Так, вот это место, где скалы Рок находятся. Деревня Писанг, Бахахса. Мост. Тут вот, кстати, надо... Тут вроде бы средства связи надо уничтожить. Тут оружейный склад. Тут тарелки. Так, теперь... Бахахса, это... Как его там... Коклад, вроде, да, вот это Коклад. Ну и здесь через мост поселок Селамат находится. Вот поселок Селамат. Переправляемся, тут добиваемся. Вот такая вот карта. В принципе, что можно сказать? Тут, кстати, еще высокий мост. Тут, кстати, мусором все завалено, вот эта вот мусорная бухта. С этого Селамата тонны мусора накидали. Ну, может, надписи я в другом месте сейчас увижу, когда войду. Ну, можно плавать, да, вокруг. Понятное дело. Примерно надо будет вначале в южном направлении идти, потом примерно на северо-запад. Ну, теперь прочитаем описание. Так-то карта эта изначально вставлена в операцию «Тайфун» была. ХМС операция Хос Харвест ТР. Операция Жатва призраков. Совместные операции проводят зачистку местных деревень. Сообщается, что в четырех деревнях в этом районе находятся антенны спутниковой связи и большие тайники с оружием. Вам предстоит прочесать местность и уничтожить обнаруженное оборудование.
Цели первое – уничтожить антенны связи на объектах Альфа и Браво. Второе – уничтожить тайник с оружием у цели Чарли. А, ну вот первое вот это, вот второе. Так. Четвертое – уничтожить тайник. Третье, вернее, не, давай снова почитаем. Что-то я тут сбился. Цели. Первое – уничтожить антенны связи на объектах Альфа и Браво. Второе – уничтожить тайник с оружием у цели Чарли. Третье – уничтожить антенну связи у цели Дельта. Четвертое – уничтожить тайник с АК-47, АК-74 РПГ у цели Эхо. Пятое – уничтожить антенны связи у цели Фокстрот и Гольф. Примечание. Для уничтожения цели необходимо использовать ранцевые заряды. Захват прогрессивных точек возрождения ПСП позволяет вам возрождаться ближе к месту действия, а не к точке входа. Карта ХМС операции Ангхоз Харвест или Жатва призраков. От Тревора. Ну, короче говоря, тут всего 4 точки АБЦД. Так что поехали. Так. Уничтожь коммуникационные тарелки в цели Альфа. Добавлена задача. Уничтожь коммуникационные тарелки в цели Браво. Так, давай сразу посмотрим. И тут тоже ничего не подписано. Ну, Альфа и Браво — это вот деревня Писанка. Точка. Так, тут началом. Не подписаны тут задачи. Так, вон тут вода. И проливия не идет сильная. Ну вот, начало такое. Голубое. Откуда? Тут могут негодяи возражаться. Но это наша вышка, ее трогать не надо. Так. Бишь, расстреливать начинают. Так, ну, короче говоря, вот такое тут начало. Давай еще раз поскрим. Это база миротворцев. Блять, так не понял. А вот он. Все снял. Сингерист там был. Неисправный вертолет. Машины, баги, АТВ можно брать. Селомат. Так, короче говоря, тут какая-то руина, ангар с машинами и дозорная вышка. Ну что, забраться? Ну, берись. Так, ну, пошли за оружием. Прыгать, я думаю, не стоит, скорее всего, ты загнешься. Такс. Надо брать или баги, или АТВ. Так, вот оружие. Так, подожди. Там вроде... Ну давай, наверное, вот так вот, нормально. Так, поехали в деревню Писанг. 477 метров. Ну, тут местами есть дорога, местами нет, как бы. Недалеко, в принципе. Ну, собственно. Да слезь. Завалят еще.
Так а откуда долбает, ну-ка? Да ведь все время ложится. Говорит, что волноваха потеряна, а кто что, мол, там бои продолжает. Это важный пункт, который разрубает на две части линию фронта. Городок небольшой, 1020 там было. Но он важное значение играет. Потеря сразу же надвое разрубает фронт. Так, надо продолжать снимать. Вот я уже вижу скалы Рок справа. Много негодяев там, конечно, бегает. Вот это деревня Писанг. Ну, несколько домиков, сарай. Надо снимать их. Вон там бегут возрождающиеся негодяи. Так. Так, ну нормально пока, подожди. Так, к точке А подходить. Так, нормально. В принципе, тут можно, если довести ден, там кто-то бегает опять. Так. Ну вот, скалы Рок видны. Ну вот, деревня Писанг. Ну что, будем сейчас... Вон, подожди. Аккуратней как-нибудь подойдем. У, блядь, сука. Ты убила инверсионным следом. Вроде не прямое попадание, но сожгло, что ли, как. И ударной волной как-то убило. Такая вот история. Тут вышка у них стоит. Еще кто-то? Не ори. Кто еще-то? Тут у них возрождение идет. Надо бы командную точку поехать захватить. Это так. Вон точка рядом. Сходу давай, сходу. Все нормально, нормально. Ну, где эти завалят, кофе. Тут, сука. Ну все, точку-то я взял, можно было лишь сходу прорваться. Все, я в деревне Писанг. Тут просто, что на карте нет подписей, как в оригинальной этой игре было. Ну, кофе. Это все понятно. Долбают по-черному. Массово негодяя, это очень их много по сравнению. Смотри, как их много. Такая рубилка. Он превратил обычную карту в рубилку.
грозит им. Так, там скалы Рокфельд эти видны. Вот скалы. Такие темные камни. Ну, домиков тут мало. Несколько буквально домиков. Плантации тут какие-то. Видимо, наркотиков. Вот, сука. Они возрождаются, блядь. Ну, короче говоря, я заскринился. Давай уничтожать тарелки. Тут лучше особо не задержать. Ну-ка, давай как смотреть, где. Там у них плантация, и вот первая тарелка. Так, в Альфе уничтожены объекты. Так, короче, вот. Это Браво называется тарелка. Ну-ка ты зараз. Ну, блядь. Суки. Давай, будь аккуратен. Тарелка Браво. Он, кстати, то ли мухи, то ли пчелы летает. Подрывай, подрывай. Браво уничтожено. Обе цели. Коммуникационные тарелки Альфа, Браво уничтожено. Окей. Ну теперь надо бы на туда, в Ахаксу прорваться, в точке Б. Под огнем. Тут какие-либо машины, наверное, мало где принесут пользы. Надо просто тупо давить, давить туда, гасить, гасить. Их тут очень много. Негодяев очень много. Так, ну пошли к горам Рокфельд. Скалы Рокфельд. Три карты. Три варианта этой карты. Блять. Теперь надо на скалах утвердиться, гнездиться. Скотина! Видишь, опять следом убила. Так, ну... Гранатомет, кстати, стал. Не пулемет. Ну чё, сможешь прорваться-то хоть? Так. Там их дохуя. Уже их дохера везде.
Да, там большие патрули, вон в Бахах Сатас какие громадные патрули. Ну надо тебе давай на горах закрепиться. Это огромные валуны, которые лежат на вершине вот этого холма. Отходь, отходь. Блять, завалят. Сука, надо искать валун, где можно засесть. Петухи поскринить немного не дадут. Блять, пизда тебе. Сука, вот будет хуевая карта, почему? Ну она простая. Спадлы что делают? Простая это простая, но толпы уродов непростое ее делают. Когда она на ней, она варе, как сказать, она изначально комбинированный тоже. Там такой толпы-то нет. Стингерей так много. Творят падлы охуенные хуйни. Как ты туда прорвешься так херам? Что-то какая-то ерунда творится. Там, в принципе, я уже, блядь, убила. Ну как туда прорваться-то, блядь? Да. Ну может, слушай, Викси взять опять машину водоплавающую привозим. Что-то хер там пройдешь, я смотрю. Какая-то ерунда творится. О, блядь, идиот! Все, пизда. Ну давай, все равно пройдем к реке. Эх, посмотрим, что там можно сделать. Так, вышли к реке. Даже не знаю, сможет там закрепиться. Какая-то ерунда полная идет. Вроде простая карта. Сука. Но он опять сделал лишь массовую регенерацию. Ну непонятно. Дело идет хуево, я смотрю, ничего не получается.
Ну, все очень много их. На грузовиках, если, конечно, можно было прорваться. Ну, даже прыгай. Там приехал джип с пулеметом. Ливень пошел проливной. Прилетай. Украину. Через нашу. Так что говорят, все окей, пока идет боиму. Так что тут хрен поймешь. Так, вышли к мосту уже. Это мост в деревню Бахакса. Еще надо по нему перейти. Ну пошли по мосту. Блять. Снимать. Аккуратненько, аккуратненько. Слушай, а точка-то тут с другой стороны моста. Обычно она была слева. Ну, ребят. Опять, сука, встала, например. Так, надо, блядь, все забило. Так, а если взять баги и туда прямо ворваться попробовать? Так, Коля, ты в шаге уже оставался от этой точки. Она там справа, обычно-то ее делают слева. Справа. Так, все в ливне. Торопись, ну давай объезжаем. Поехали на мост. Давай только не сорви. Все, мост. Ну давай, давай, давай. Все, все, нормально, нормально. Закрепился. Ну все, я закрепился. Деревня Писан. Деревня Бахакса. Бахакса. Я ждем. Все, окей. Бахах. Вот этот склад пулеметов. Я поначалу-то, когда играл в одиночке, я не знал, что это надо подорвать. Эта карта у меня долгое время оставалась почему-то несовершенной. Вот из-за того, что это не понять, что это было. Так, ну вот такая точка. Б так выглядит. Хера этих мудаков, его так и плохо.
плавают. Так, ну вот-то лучше скрины сделать приятным, так сказать, мне. Вот такой вид на деревню. Тут такой вид. Сделали небольшие скрины. Ну все, короче, надо идти. Сейчас пулеметы эти дернуть. Вот пулеметы эти стоят. Так, давай подрываем скорее. 6 пулеметов. Кстати, их можно. Кстати, а если их просто. Да, можно просто. Да, еще и взорвался. Да, тут их можно просто сжечь. Так, а странно, что тут задачи-то не загорают. Теперь, насколько я знаю, тут надо спутниковую тарелку уничтожить будет. Вот где-то здесь. Да-да-да, на мусу. Вот спутниковая тарелка. Да хуя, блядь. Минируй, минируй. Отходь. Кого-то убило. Так, все, уничтожил тарелку. Добавлены задачи. Уничтожь АК-47С, 74С, РПГ, цели эхо. Странно, что тут не, две задачи вообще не показались. Хотя они есть. О, блять, БТР едет. Ну и чё? Как смертник сам себя подорвал вместе с БТРом, охереть. И дерево загорелось. Уже огнемет, так деревья горят. Опять пошел проливной дождь. Тут уже какие-то у них плантации в боках. Перепуть нифига не получилось, только в упор. Ну такие тимараны тут у них. На этих лодках плавать, к сожалению, невозможно. Теперь надо прорваться туда, к точке С. Деревня Коклад. Деревья горят. Сейчас огнемет сжег деревья. Ой, действительно сгорела листва на них. Охуеть. В обычной-то игре это. Ну, потихоньку подходим к охвату. Скрин сделаем. Когда прояснеет, а то сейчас нифига не видно, А деревья сгорели, да. Огнеметы цепали. Огнемет. Там пулемет. Сука, как расстреливают. Блять. Что-то там пизда какая-то идет нехорошая. Опять.
Блять, расстреливают только так, сука. Сейчас же туда пройти. Это придется машину опять брать. Если будет ни хера не сделать, сейчас возьмем машину. Ну, машину-то Викс только можно взять. Много, сука, стингеристов даже не видно. Даже не, блядь, все убили. Даже, сука, не гранатометчиков, там дохуя стингеристов. Ну бери тогда баги, чё. Хер бы с ним гранатометчиков, там дохуя стингеристов. Нет. Да и гранатометчики тоже есть. Сука, тебя в машину поебал. Стингер. Плохо дело. Повредили. Ну как занесло там. Поехали дальше. Иди завали машину. Блять, машину повредили. Где точка? Давай точку. О, хорошо. И что, сходу надо брать на машинах, иначе да. Это куда не хуя получится. Да такие толпы же нихера не сделают. Смысл зазря тратить время, я не вижу. Все равно все взяли точку. Я закрепился в коклад деревья. Ну тут вот склады боеприпасов надо уничтожить. Которые считаются складами автоматов. АК-47 и АК-74. И что только после боя валяются чуваки духлые. Снова в Москве. Понятно, когда прояснеет. Пока идет дождь. Вот место, где три моста сходятся в одно. Вон тут много лодок разных стоит. Вот такое место. Это как у них такая рыбацкая гавань. Вот вроде бы начинает становиться яснее погодка. Ящики плавают традиционные. К счастью, становится яснее. Так, ну давай ради скрина тут возродимся. Исключительно ради скрина. И вернемся потом, там ящики эти уничтожим. И все, к последнему поселку будем приступать. Вот стало яснее. Деревня Пахакса. Деревня Коклад, Коклад. Пахакса я сейчас нахожусь. Такие названия тут необычные. Индонезийские, как бы. Так, там дом один съехал в воду. Так.
три варианта, как я говорил, уже есть, как карта, как в виде, как на обычную очень похож. Потом есть какой-то вариант, где там что-то как-то вроде деревьев, что ли, меньше. А есть, есть где с обратной стороны надо, за силоматом начинается она. Сколько ракет пускает, падла. Добили. Там он, кстати, древний такой, буддистский. Какие-то отстра подарок. И нахуй. Так, все, давай, короче. Негры ведь они более намного опаснее, чем обычные азиаты. Но они только в ВВ2 могут быть. В обычной этой игре негров вообще нет. Ну что, ломаем? Все, взорвались. Уничтожь коммуникационные тарелки. Цели Фокстрот и Гольд. Тут просто Фокстрот. Ну это последняя задача. Пятая задача. А тут она четвертая. Цели Фокстрот. Тут, видишь, почему-то пропустили задачу 2. Антенна связи в цели Дельта. Это что такое? А, ну я уже уничтожил. Да, это у точки Б. Тайник и антенна у точки Б. Вот сколько их набежало, пидорасов. Только прожгем их. Крыс надо сжечь. Так, а теперь все, давай отсюда сваливаем. Не понял. Надо будет думать, как отсюда прорваться в поселок Саламат. Он там-то горит все. Да. Ну все, пошли. Тут надо два моста прийти. Ну чё, сука. Там на сходу ты вряд ли, наверное, пройдешь. На машине, хотя можно пробовать. Можно и на машине пробовать. И шумит вода. Там в поселке много негодяев. Блять. Сука. Ж ракетчиков дохуя, блядь. Опять ливень пошел, он со своей. Когда я за эту игру только принимал, такую толку это вообще для меня была бы непроходимая. Без помощи это просто непроходимая. Так, ну вот такой вид на эти лодки. Такой идиллический вид, как будто рисовать картину. Но лодки эти брать невозможно. Все, пошли в поселок Саламат. Последний тут мост. Сука, блядь. Уничтожь коммуникационные тарелки цели Фокстрот. Уничтожь коммуникационную тарелку в Дельта, я уже выпустил. А может тут по, не по порядку как-то. Задача, но это я уже выполнил.
блядь, еще и мимо. Сука, долбают только так. Сильный проливень пошел. Я думаю, едва ли туда протащишься как-то. Да. О, суки. Ну, блядь, пизда, короче, творится. Я не знаю, что делать. Так, ну-ка, давай-ка посмотрим. Да какие к черту лодки? Попробую проехать туда. Пока что-то какая-то хуйня, а как ты там будешь закрепляться? Там главное закрепиться, тогда уже, конечно, все сделано. На машине-то, конечно, быстро ехать. Там, блядь, БТР. Блядь, тебя расстреляли. Сука, тебя расстреляли. Ты там дохуя, блядь. Налета, короче говоря, хрен туда пройдешь. Ну вот я вблизи последнего моста нахожусь. Надо туда прорываться к мосту теперь. Блять, еще один БТР подводят. О, сука, это плохо дело. И опять в это же место. Ну давай, сжигай его тогда. Готово.
убил всех. Суки застрелили. Да лучше на тот мост. Там поближе. С БТРами это покончено, но как дальше? Пока что там не закрепился. Пытаемся пробиться, но пока дело плохо. Что-то их там дохуя, там какой-то пиздец творится, ебаный в рот. Туда из зоны там выходить нельзя. Ой, какая-то ерунда, блять. А что делать-то тогда? Хуя их, короче, по всему маршруту. Да, блядь! Сука ты! Сейчас придется обновить. Так, вот такой есть скрин. Сука, я не знаю, что делать. Там хуй прорвешься туда, блядь.
Там он надо в этом силопаде уничтожать по себе. Так, вот это... Стингириста сняли нормально. Вот точку-то я вижу. Еще туда надо добраться как-то. Там, слушай, пулемет, пулемет. Хорошо, который тебя бы наверняка в упор снял. Так, слушай, там опять кто-то стоит, даже за пулеметом он был. Так, ну нормально, по берегу что ли пропишется. В принципе, тут где-то ты рядом находишься. Так. Так, ну пошли по берегу. Командные точки. Вот тут затопленное здание, видишь? Как я и говорил, тонны мусора тут плавает. Так, все отравлено. Дерьмом. Так, где точка? Где точка там? Там вон машина приехала. Надо быть аккуратным, а где точка-то? А вот, все, уже рядом. Я не вижу, где машина-то. Ну, блядь! Добила. В двух ведь шагах от точки. Да, не везет. Ну, придется по новой всю эту хрень повторить. Оружие тут дохуя. По В2. Кстати, распогодило с погодом. Блять, там БТР. Там БТР приехал. Да.
Тут они постоянно, короче, плывут в огромных количествах. Снова ты будешь туда прорываться. Вот его большой-большой аспект. А чё, давай попробуем на баге. Это надо закрепиться, тогда миссия выиграет. Ну там две коммуникационных тарелки надо давать. Если ты там закрепишься, миссия выиграла. Но ты пока не закрепился, вот что. А так, в принципе... Надо как-то закрепиться, короче. Закрепишься, все окей. Гады все равно долбают. Интересно, стрелков, ну да. Там еще один пулемет, блядь. Их дохуя, короче говоря. Я не знаю, пока херово дело обстоит. Вот на джипах я снял сейчас стрелков. Ну как туда пробиться? Хотя в шаге ведь было от точки. Надо было кинуть парализаторы. Ну, двигаемся потихоньку. Сука, идти как далеко, блядь, туда. Ну, давай, запрыгиваем туда. Пробуем пройти.
Много их там. Очень много. Ну все, все, по наглому берем. Все нормально. Все, я вообще так рискуюсь. Вот это командная точка. Сейчас надо машины снимать и искать две тарелки, чтобы завершить карту. Тут здорово будут долбать, но надо искать. Первая тарелка рядом, вот она прямо. А, они рядом все. Вблизи командной точки и там дальше. Там. Одна вообще у таре, у командной точки, другая через дорогу напротив. В общем, сейчас уничтожим. Минируем. Все вычищать не обязательно, блять. Так, ну давай доделываем дела. Так, гольф уничтожен. Теперь Фокстрот. Он подписал каждую цель по имени, ну. Прорвайся в последний тарелке. Поскольку врагов очень много. Такая, в общем, зубодробительная, по сути, карта. Поскольку их очень... Падла. И тонны ракетчиков. Вот это очень... Тупо минируем. Все, я, наверное, выиграл карту. Все, взорвалась она. Пол чист позиция. Урвор, керри и сериалы. Где конец-то, блин? Все очищено. Дальше будем. Ни хера не пойму, что дальше-то делать. Все вроде закончено.
на Керлидоне. Ничего не понятно. Где конец-то? Этот стол под храм оставлю. Нету там нихуя. Так что делать-то, блядь? Почему-то задача не кончается. Антенны уничтожены. Ничего не понимаю. Куда это посмотрю? Все антенны уничтожены. Карта почему-то не завершается. Ой, какие тут толпы. Громадные чуть толпы. Все, конец. Ну отбить атаку, наверное, нужно было. Просто отбивать атаку, смотри, в зареве огнемета. Так, Джун набирает 4313 очков, 657 фрагов, 62 смерти у меня, 5 удачных выстрелов. Карта называлась... ХМС, операция Ангхоз Харвест, ТР. Или жертва призраков. Под АВ-2 сыгранная. От Тревора карта. Но в хардвер версии.